Сейчас работы идут на трех участках – от мыса Левашова до поселка Октябрьский. Здесь работают экскаваторы, бульдозеры, каток и 12 автосамосвалов. Все они восстанавливают проезжую часть, которую накануне буквально смыли морские волны. Осталось 4,5 метра проезжей части, 5,5 метров, где-то больше, где-то меньше, смыто морскими волнами, штормом, в результате шторма. Поэтому сейчас на первом участке установили 1,5 метра, проезд составляет 6 метров для прохождения к второму участку, для того, чтобы его приступить к его восстановлению. А на третьем участке, соответственно, смыто практически 100% автомобильной дороги. Ширина этой дороги по нормам должна составлять 10 метров. Сейчас рабочие отсыпают полотно, когда его расширят до 6 метров, по трассе разрешат движение. Автобусы смогут выйти в рейс, а предприниматели завести продукты. Чтобы подобная ситуация не повторилась, на участке со 126 по 128 километр дорожные службы планируют увести проезжую часть подальше от моря. Сделать это на других отрезках пути нельзя. Дорога зажата между столбами линии электропередач и бушующим морем. И вот вода. И здесь он тоже. Все полотно подмыло, все камни лежат. Впрочем, жители района уже привыкли к тому, что проезжую часть в сильный шторм перемывает и движение останавливают. Специалисты говорят, что природа каждый год забирает 200 метров дороги. Сейчас рабочие уже заканчивают расширение дороги, завтра планируют открыть проезд. Однако уже в ближайшие дни в Усть-Большерецком районе снова обещают штормовую погоду. Александра Галдина и Полина Диденко, информационное агентство «Камчатка».